Он говорит, вот сейчас я с вами о ком разговариваю. О Боге мы с вами разговариваем. А когда я читаю псалтырь, я разговариваю с Богом о вас. У них девочки было 2 годика. Ну, батюшке надо молиться. Служба матушка читала, пела, а девочку мне приручили. И она потом кричала, это моя бабушка, кто к ней подходит. А теперь она уже 8 класс ходит, девочка большая. Вот поэтому я, у них не было деток. У нее было 2 душа, а не еще. И вот она обратно, батюшка. Александр, муж ей говорит, я уже монашка была. Матушка, молитесь за Наталью. Дай Бог, она родит еще. И родила она мальчика. Назвали Александр. Теперь у них и мальчик есть. Дочка Машенька и мальчик Александр. Господь милостив. Все, кто вот приходил, как не знают, что это был живчик, Машка, я так ее называл, что от нее ну, вот, никогда не уходишь, ну, не уходишь, ну, чтобы там был расстроенный, вот как надо бывает, но от нас, от священников уходит там, ну, мы там, бывает там, что-то там, ну, по каким-то канонам там не допускаем к причастию, там не так поступаем, как нам вот кажется. Ну, я не знаю, если кто и вот из приезжих, и из наших матушек, кто бы от нее ну, уходил, ну, не утешен, не обогрет, не приласкан, так сказать, вот как бы. А я написала им письмо. У них муж нормальный, ему трудно. Он говорит, он в храм иногда не ходит. А я пишу, Володечка, я знаю, как тебе трудно. Я всегда рядом с тобой. Ну, терпи, это в этом твое спасение. Ну, храм. Иногда, я знаю, трудно, но в храм все равно надо ходить. Потому что мы без этого не годны. Мы должны, это ж тело Иисуса Христа. Как же мы пренебрегаем этим? Трудную жизнь, очень сложную это, но она прожила всю историю нашего русского, даже сказать, государства. И начиная от
рождении, ну, она родилась уже когда был СССР, конечно, уже 22-й год уже, конечно, был. Но тем не менее, это было только и начало рассвета, и она пережила, была, как она рассказывала, и была и дочкой врага и народа, когда вот, даже учиться и Варя говорит, что врагам и народу учиться и не положено. И вот не давали и ни тетради, и ни ручек, ни книжек. Но Господь им послал и ей, и братьям, что они высказывали, что они были отличниками, что Господь давал, как Непашки и Зосимы, вот он чем покорял учителей, что и она, что им не надо было учить, надо было там, как мы, ну, все мы знаем, что чтобы запомнить, надо учить и зубрить. Там и теоремы, там и все эти интегралы, там ну, математику вышел. А им это и надо было. Они все схватывали все и на лету было, и буквально. Думаю, Господи, как бы узнать, что они получили, не получили это письмо. И подарок у меня там. Мне прислали коробочку красной икры. Им было туда. Были у меня эти... Ну, там конфеты, что это. Да, у меня было два платка. Один платок мне привезли с Почаева, а другой мне подарили красивый тоже откуда. Два платочка подарила, положила туда. И что еще я им? И вот такой журнал. Про обитель. Да. И написала, думаю, ну как же. И вдруг приезжаю, она звонит мне. Я позвоню, что не позвоню, говорят... Нету, не принимает этот вызов ваш, не принимает. И она дозвонилась, говорит, матушка, что вы для нас сделали? Володя совсем другой стал. А какие вы платки нам прислали? И головки не болят. Матушка, я хоть капельку, я молюсь. У меня есть такая тут записочка. Я, знаете, я вам сейчас секреты рассказываю. Машка, ну а когда уже ну, прекратилось у вас такое вот как гонение, как на врага вот, и народ, когда началась и война, тогда, конечно, уже все восстали, уже одну, чтобы помочь, чтобы она говорит, рыла окопы, оканчивала и медицинские курсы, говорит, даже и шутила, что ей было и 90 с чем-то лет, и из военкомата ей пришло повестка, что она уже не военнослужащая. Ну, представьте себе уже, и 90 лет они там, ну, и решили, и там, ну, и просматривали и документы. Что она рассказывала, что она, вот, и несмотря на то, что была такая вот и майка, но вот то поколение, и видно, было крепко, что она и выносила и воинов из поля битвы. Ну, представьте себе, вот 1.50 м вот меня вытащи из поля боя. Там это иметь надо и силы. Ну, очень большие. После школы, ну, после и войны институт на педагога, она вот как и пришли из Краматорска, из Покровска, Красноярска, да, и снимали, она сказала, что она учителем и мечтала быть с самого детства. И
придумывала вот себе, как привязывала, ну, на подошву там и каблучки там себе придумывала. Ну и конечно, она рассказала, что тоже, как учитель, она говорит, первый урок я вела перед зеркалом. Стану и перед зеркалом, и весь урок провожу, смотрю на себя и со стороны, как повернулся, как все. И тогда, конечно, у нее уроки проходили, я думаю, что на высшем уровне, потому что человек оценил себя вначале со стороны, а потом уже... Я не всегда такая бываю. Я в душе-то. Вот кто-то не пришел, я потому... Не потому, что я. Мне его просто жалко. Как же так, псалтырь? Оставить и не читать ее, положить и пойти. Нельзя же так делать, это же псалтырь. Знаете, как же Пасий Молдавский, Афонский. Паисий. Пришли к нему люди. Он знает, что говорит. Вот вы ко мне пришли, я вам сейчас скажу за себя. Самое болезненное время, вот сегодня я 1,5 часа провел, когда читал псалтырь. Он говорит, вот сейчас я с вами о ком разговариваю? О Боге мы с вами разговариваем. А когда я читаю псалтырь, я разговариваю с Богом о вас. Вот что такое псалтырь. Это же не... Это старец сказал. Все в сердце должно быть. Господи, прости. Вот я молю, прошу себя. А я ведь не знаю. Да один сам знает, что им надо. Что им больше подходит, что не подходит. Я человеческая. Ты, Господи, прости меня. Подскажи, вразуми меня. Я ведь каждый раз прошу Богородицы со своими речами, стой за моими плечами. И люди, конечно, к ней очень тянулись. Вышла замуж. Ну, Господь, да, что, ну, по его великому, ну, провидению, ну, он не дал ей детей, и нет у них и родных деток. Но она воспитывала у батюшки, она рассказывала, что у батюшки была, это, она когда жила в Рязанской области, в город Касимов, там она жила у батюшки, там много было детей, и она помогала и батюшке их воспитывать, и этих деток. Ну да, Господи, но мы не можем им, конечно, и сообщить, куда, кому это, конечно. Ну, может, Господь им даст, но какими-то и судьбами они не знают. Теперь знаете что? Вот это вот на Иисусову молитву. Сидим мы там у врача. Приходит одна матушка, говорит, рассказала то-то, то-то. А потом я сидела, а тут другая пришла, мне начала рассказывать. Не болтайте языком, а читайте Иисусову молитву. А я говорю, матушка, у меня молитва не здесь, а здесь. Она смотрит на меня. Замолчала. Понятно? Так что, может быть, мы что-то и говорим. А что тут у нас? Ну, да. Так, я так понимаю.
Потом, ну, замуж вышла и рассказала, что как она, муж очень тоже был горячий, крутой. Она всегда мне говорила: «Батюшка, мне муж говорил, если бы ты была бы такая, как я, у нас бы и рукопашная была бы каждый день и каждый час». То есть она вот все порошала вот этим своей любовью, своим милосердием и состраданием к мужу, к людям. Она запрещала, его увещевала, чтобы он при людях не ругался, потому что он все-таки несет олицетворение и начальства, он не то, чтобы поддаваться под настроение рабочих и тому подобное. Она его учила и конечно, похоронила мужа. За мужем важно, она сказала, что его и могилка прям находится возле храма. Она бы была и у батюшки, и потом, конечно, приехала уже и домой в Красноармейский институт послушания и церковницы. К сожалению, батюшка, отец Александр ее очень любил, очень уважал. Даже не было такого дня, что, ну, когда бы он не приехал, что он батюшку и не проведал. Такой всегда он приезжал, всегда и минутку, и забежит, и домашний, и благословит ее, и все. Ну, к сожалению, обстоятельства есть, которые и выше нас, что не всегда получается, как бы хотелось. Так что, вот, дай Господи, сейчас будем прощаться с матушкой. Не будем унывать, не будем отчаиваться, плакать, потому что у нас, как была матушка, еще можно назвать ее пасхальная матушка.
красота человеческая велика, не пребывает в смерти, не пребывает в богатство, не исчезнет слава. Она всегда радовалась, она всегда и благодарила Бога. И Господь, и даже как вот и мудро, ее и неделя жен и мироносец, а мы знаем, что она и всю жизнь была и женой и мироносец и самого детства была верующая, и забрал в день ангела ее родного отца. Отец был Борис, а вчера праздновался праздник Бориса и Ева. Также, видите, вот все-таки Господь дал ей, мудро прибрал ее в свои объятия. Все помнят, когда кто приезжал, куда стоял вместо меня и говорил: лучше меня отпустите, я говорит, вам там больше принесу. Так же, Владыка, и чего вы меня тут вот себя держите? Мы же молимся, мы же поклоны бьем. Господи, дай батюшка, чтобы был здесь, чтобы можно было пощупать, чтобы он нас поругал за все. А батюшка нас, как говорит, нас ругал. Да что ж вы меня не держите? Говорит. Я говорит, вам там у престола Божьего больше помогу, и чем вы говорит, мне тут себя удерживаете. Так, ну так и матушка уже 97 лет прожила, слава тебе, Господи, как я батюшке сказал, говорю, ну, по милости Божьей, конечно, планку высокую подняла, 97 лет, я не знаю, кто если Господь даст кому-то нам поднять эту планку, прожить 98 лет или 100 лет, если такое будет, невозможно, но планка очень высокая, так что помогает всем Господи. Христе Боже, жена мирного сердца вещевая брать.
і твоєму послові дарує, очі позиву світі. Я прошу ее, матушка, Богородице, рядушка был всегда. Я знаю, я понимаю, но я прошу. Ты моя мать.